Православные верующие отметили крещение Господне. Одна из главных традиций – купание в проруби со освященной водой. В эту ночь окунуться в купели в поселке Заводской пришли десятки жителей. Несмотря на то, что ныряние в ледяную воду – дело, в общем-то, опасное, случаются судороги и скачки давления, в крещенскую ночь обошлось без происшествий. В храмах и монастырях прошли торжественные богослужения. 19 января многие горожане направились в храмы за святой водой.